It's alright, we got food. We got consolation, yeah, it's real. Ебать, это ебало. Хорошо играет Фогн, вообще отлично. Ого. Take the mini on the air. Take the house up in the ceiling. Как хорошо она играет. А свою игру? Очень интересно, что наш мир наполнен различными ассоциациями. Одна песенка может напомнить нам какую-либо ситуацию из жизни, которая в определенный момент повлияла на нас. В Mobile Legends я никогда не гнался за результатом и просто играл в удовольствие на любимых героях. Достижения приходили сами по себе. Изучение самого сложного персонажа. Игра в фулках, 32 победы подряд в рейтинге, против команд с галочками, жаждущими быть первым кланом и получить корону. Персонаж, которого по сей день все ненавидят, видя в своем пике, а мне удалось показать на нем хороший результат. Время максимального пота, серьезные игры, знакомство с приятными людьми. Игра в команде ради друзей и состава. В тот момент я ненавидел танков, но делал все ради других, что максимально осуждаю. Будьте собой и не пытайтесь никому угодить. И, наконец, Алиса. Выпуск этого видео планировался на 1000 игр, но, к сожалению, я перестал играть на ней из-за новой меты и ждал очень долго. Настолько долго, что устал смотреть на все эти сохраненные файлы и корить себя за то, что до сих пор не создал. То, что планировал сделать 3 года. Поэтому все. В сегодняшнем видео я покажу все то, что у меня сохранилось, а это крайне малый процент того, чем я мог бы удивить вас. Вся память моему любимому герою. Все познается в сравнении, поэтому посмотрим на Алису в действии как в до нашей эры, так и в наши дни. Как сейчас я помню путь становления мейнера этого персонажа. Герой сам по себе был непопулярен. Не было никакого представления, как вынести весь потенциал наружу. Сперва у меня была идея создать ее в танка. Первые 50-80 игр прошли именно так. После чего я понял, что занимаюсь не теми вещами. Начал экспериментировать со сборками и воспользовался по сей день максимально эффективной связкой, часы и жезл. Именно это положило начало более-менее успешным каткам и вытягиванием игр на своих собственных плечах, не полагаясь ни на кого. Далее я открыл для себя такой прекрасный предмет, как коса. После каждого умения ты мог наносить чистый урон, причем не было никаких ограничений. Сейчас вон должно пройти целых 1.5 секунды, да и вообще ульта была совершенно другой. И урон был выше, трава зеленее, солнце ярче. Ну, короче, вы поняли. Сейчас ульта сжирает абсолютно всю ману. Персонаж ни в коем проявлении не окупается на начальной стадии. До сих пор ей пытаются задать ранний темп, но этого мало. Поэтому моя бедняжка теряется на фоне остальной меты. В ходе этого видео я сыграл еще несколько игр, так как обещал в начале ролика, что мы сравним результативность. К моему большому сожалению, но не удивлению, мне просто нечего показать. Целых 10-15 минут игры ты просто фармишь свои предметы и пассивку. Далее в каком-нибудь файте залетаешь, и если не умрешь от взрывного урона, то даже успеешь подамажить. Ну и все.
Либо игра заканчивается, либо вы тянете катку до 20-30 минут, что лично для меня весьма тяжело морально, вне зависимости от поражения или победы. Сколько себя помню, постоянно такие затяжные игры приходилось вывозить одному, после чего мандраж в руках не проходил более получаса. И да, не надо сравнивать ML с другими играми. Я, блин, в ту же доту шпилю раз в полгода, и у меня там катки по 50 минут и по часу, так что я все это проходил, знаю. А вообще, если не распинаться и сказать кратко, как бы больно мне не было произносить эту фразу, персонаж неиграбелен. В моих глазах и в моем представлении, это та самая старинная приставка, которую ты полюбил в детстве, а после, через какое-то время, она просто-напросто сломалась и стала нерентабельна. Очень жду момента, когда эта малышка обретет новую палитру, и когда это произойдет, скорее всего, вы услышите это именно от меня. Еще полминутки твоего внимания. Сами знаете, что я человек, не делающий все за копейку. Я всегда стараюсь быть отзывчивым для вас, моих зрителей. Однако жизнь вынуждает делать и не такие вещи. Поэтому по первым двум ссылкам в описании вы увидите группу ВКонтакте и Телеграме. Там вы найдете услуги для помощи в поднятии ранга. Также не забывайте заходить в мою тележку, где приходят уведомления о любой активности на канале. Ну и естественно, те, кто поддерживает это видео, вы мои самые дорогие. Люблю, целую. Почему я снова исчезаю, навсегда глаза?